павильонах Мордов Экспоцентра представлены товары на любой вкус. Качественная посуда и бытовая техника. Таежные бальзамы и масла из Краснодарского края для здоровья и долголетия. Настоящий алтайский мед из самого сердца Сибири. Натуральные ткани, шелк, батист, шитье, производство Германии, Италии, Франции и Кореи. Турецкий меховой трикотаж, из которого прямо здесь вам скроят теплый жилет-трансформер любых расцветок по индивидуальному размеру. Эта ткань очень теплая, она не требует оверлока. Вот так. Или так одевается. На ярмарке представлены стильные мужские куртки и джемперы от немецких производителей. Модная женская одежда, пальто из кожи и валеной шерсти, чтобы каждая женщина стала элегантной этой весной. Порадует прекрасных дам и одежда из Индонезии, из натурального хлопка. Красивые платья придутся по душе маленьким модницам, а яркие подростковые футболки и джинсы – тем, кто всегда хочет быть в тренде. Народная ярмарка поможет обновить гардероб всей семье. А Виктория Широбокова не только представляет авторские шарфы, но и проводит бесплатные мастер-классы, демонстрируя более 70 способов завязывания дамского шарфика. Берем вот так вот шарф, да? Вот он у вас. Но это неинтересно, это, а мы его вот сюда одеваем блузочку, расстегиваем три пуговки, и уже работает до шубки. Теперь возьмите вот этот кончик и возьмите его вот так вот, вот сюда отправьте его. Вот у вас темка будет вот такая. Истинных гурманов приятно удивит разнообразие натуральных специй и домашних копченостей. В Мордов Экспоцентре для вас работают два павильона и открытая площадка. Народная ярмарка ждет жителей и гостей Саранска до 15 марта. Людмила Чекал, Артем Руденко, наши новости, Елга.